нас на счету. Косарь. Косарь замечательных клевер-коинов. В прошлый раз мы замечательно провели время с девушкой в баречке. Потратили, правда, денежки, но думаю, не зря. Она нам оставила свой телефончик. В прошлый раз случилось то, что из-за нас, оказывается, случилось убийство двойное. Так, новости. В доме маньяка обнаружила бескровные тела. Опа. Ну, сегодня как бы то же самое. Так, возможно, возможно задержка с доставкой. Так, начинаем вывеска. Здравствуйте. Представляете, не дала Эдди списать домашку. Он сломал мне телефон. Это разве честно? Почините, пожалуйста, побыстрее, пока папа не заметит. Только у меня совсем немного денег. Поможете? Да, окей, давай, 220, сделаю тебе побыстрее. Спасибочки. Чё там? Как-то тоже Винчиком балуется. Интересно, сообщение. Сью, наш робот-пылесос пытался купить мир, я успокоил его обещанием дать ему выходной на следующей неделе. Напоминаю, важен платежи, я проверю свой банковский счет. Так, Little Denzel. Как зависаешь, бро? Телефон навернулся. Чё почём? Повинтить ключом. А, чё почём повинтить ключом? Понятно, йоу. Рэпер. Исправный дисплей. 3 часа. Строит? Отлично. Лавка почти, и дисплей заказать 1 час. То есть мне нужно. Так, что там тут? Да, еще раз здравствуйте. Блин. Я сказал к директору, и он сказал, что Эдди за все заплатит. Мне нужна квитанция. Опа. Это что за лысый? Слава Грис. Привет, у меня проблемы с телефоном. Вдруг перестал заряжаться прямо в самый неподходящий момент. Батарейка этот телефон держит. Вот 2-3 недели вместо 3. Это просто невыносимо. Надеюсь, вы можете разобраться. И ремонт не будет слишком дорогим, учитывая, что телефон простой. Ну, извините, это нижняя плата. Нижняя плата завтра. Долго. Ну, ничего. Кошерный клиент. Здесь мастерская по ремонту телефонов. У вас была заказана деталь. Держите, ждем новых заказов. Отлично. Доступ. Ограничение прав. Интересно, я смогу как-нибудь ограничение прав уходить. Интересно, вот дождик закончился. Там у нас сейчас нормально будет доставка. Растение. А почему не написано, что это горшочек или что-то там еще Little Den. Йо, бро, все путем. Да. Залинда безнадежден. Здравствуйте, мою доченьку похитили. Остался только ее телефон на месте похищения. Может, она успела сделать фото. Почините, пожалуйста, деньги не проблема, главное побыстрее. Нужно сегодня извлечь данные. Вопрос. 3 часа. Окей. Так, что там? Дисплей. Модель М. Правильно. Так, лавку учтей, модель М, дисплей заказать, 1 час. Заказать. Что там? Полиция. К нам обратился Залина Мизанежда. Она утверждает, что ее дочь похитили. Вы можете помочь в поисках, прислав информацию с телефона. Пожалуйста, не медлите. Окей, ждем. Доставка уже упаковывается. О, Линда Эмберлист. Я думал, что это Луна пришла. Hello, я пришла с проблемой. Мой телефон разбился, и мне нужно его отремонтировать. Он не очень дружелюбно встретил Землю. Точнее, Земля не очень дружелюбно принял его. Мне нужно его завтра, лучше, конечно, сегодня. Сможете его починить? Что там с ним? Основная плата 220, окей, 3 часа. Конечно.
Основная плата М, основная плата, доставка М, основная плата, заказать за час. Привет, курьер. Да. Давайте смотреть. Нам нужна информация, контакт и Станислав Александра, сообщение. Мам, вообще скорее нам нужно в зоопарк успеть. Что по математике задали? Учитель, что за женщина? За тобой ходит целый день. Опа, женщина. Так, скопировать. Полиция отправить. Так, подождите, что там? Третий, самый последний, все, неинтересно. Привет, забрался на полчаса, как увидел свой заказ. Так, да, я такой. Спасибо. Работай так же быстро. Максим, Василий, Александр, Джейн, Антон, сообщение, были. Сегодня последний день для подачи заявок на конкурс основы фотографии. У вас пропущенный вызов фотографии. Непонятно, что это, какой-то фрукт, что ли. Так, что у нас тут? Сообщение, полиция, информация принята, объявляем план перехват. Отлично, завтра мы будем смотреть новости. Так, чувак, что у тебя? Что-то на лбу. Барри Шпроттер. О, привет, у меня проблема. Мало того, что заклятием колования, я просто поменял на худшую модель. Так он еще и сломался. Пробовал репарию заклятия. Но оно не работает совсем. Придется магловским способом чинить. Господи, блин. Что это за язык? Какой-нибудь этот добрый ты человек. Сообщение. Так, ну вообще сейчас. Так, Барри, нижняя плата модели, нижняя плата, час. Привет, Коничева, подожди, Славик. Привет, если зовут Аманда, можешь ее посмотреть у телефончик сестры. Ее зовут Светик, очень сочная дамочка. Аманда. У меня тут печалька случилась. Эта одежда для косплея такая неудобная, телефон заполз в ней и выпал на пол. Вот погляди, сзади стекло ужасно выглядит. Задняя панель. Передай маме, что ее ждут в нашей кофейне прямо сейчас. Что-то, блин. Так, снова привет. Я надеюсь, ты вылечил его. Теперь надеюсь, что он в порядке. Мы платим налоги. Привет, чувак. Спасибо, что не возжелал чаевых. Бейсбол. И опять какой-то фрукт. Сообщение, Александр. Подготовь отчет на завтра. Привет, как дела у тебя? Привет, Владимир, всем Сергей, Лилиан. Очень интересно. Курьер Максим, привет. Ставку заказа, здесь спешитесь. Спасибо, чувак. Аманда. Контакты Света. Скопировать. Славик. Да, теперь я нос этой недотёпе Аманде, она выйдет, мы проводим время с её сестрой, отправил тебе 100 верконтов. Блин. Лёва, ты подколол Славика, только прошу, не давай ему мой номер телефона, и отвечать как ты не умеешь. Это не надо нарядиться, надо мужчину, скажи, ты берёшь свой, наверное.
ну, не знаю, может, не надо все прям эти самые выполнять задания, которые мне дают. Ну, чувак, я пришел за телефон, надеюсь, смогу завершить начатое. Я надеюсь, ты не террорист какой-нибудь. Это, наверное, баскетболист какой-нибудь. Виньямин Мордашкин. Как пройти в библиотеку? Понял. Соседи скажут, что были слышны выстрелы. Что, ограбили? Не переживай, сынок, мы его поймаем. Спасибо, дядька. Сегодня у нас был какой-то непонятный день. Нас немного ограбили. Цветочки подари мне. Ну вот, не аллерген, цветы. Пришлось вызывать скорую помощь, сюда не было испорчено, нужно будет навестить ее в больнице. Традец. Ладно, что поделаешь, блин. Сейчас буду мороженку делать. Спасибо, что были с нами. До следующей встречи.